Не получается тут нормально загорать. С одной стороны какие-то противные мухи, с другой стороны еще какие-то противные мухи. Всем привет, мои хорошие! Настало лето. Наконец-то. Я не взяла свой монопод, хотела поснимать и забыла. Я иду на пляж, даже после работы волосы не помыла. Ну ладно, не будем о плохом. Накормила мужа. Вон там козлик орёт, кричит, вы его видите? Просто иду позагорать, а то можете подумать, что я буду купаться. Еще такая тема, я потеряла кое-что от своего купальника. Так что... Ай, пчела! Ой, господи! Так что поплавать у нас с вами не получится. Если только ноги сполоснуть немножко. Погода классная. Сегодня 28 или 27. Ну, короче, не в этом суть. Главное, что есть солнце. Жарко стало. Это самое-самое главное. А туда этого же у нас, сами знаете, дожди. Я такая довольна. Кстати, у меня вот, видите, прыщики выскакивали. Вообще не знаю, на спине тоже так же. Проблемная кожа вообще. Не знаю, что даже помогает в этом случае. Смотрите, как у нас здесь красиво. По белому мы с вами еще не спускались. Ну, до реки. Здесь получается такой лесочек, да, ведь очень красиво. И очень жарко. То, чего я так долго ждала. Жары. Я же летний человек. Жару я просто обожаю. И какое солнце. Класс. Хочу полежать, позагорать, поспать там же. Ножки окунуть. У нас тут недалеко. Мы живем от Белой. От речки. Зимой же, помните, если кто-то меня смотрит с самого начала моих видео, зимой. Господи, зачем, скажи, ты корешь? А, я испугалась, смотрите, кто это? Сейчас... Кто это? Фу, какой червь. А, пи-пи-пи-пи-пи-пяк. Ладно, пойдемте дальше. Так вот, смотрите, вот получается дорожка. И нам получается направо, и вот эта прямая дорога. Не знаю, есть народ, нету. Зачем мне народ? Мне народ-то, в принципе, не нужен. Фу, кого только тут не давили, какие-то противные зверюшки. Здесь комары обычно всегда. Вот такая вот. Фу, комары! Бошку мою кусают. Ненавижу. Траву скосили. Хорошо так. В конце лета, в конце июля наступило лето. Ну, уже с 15 числа такое. Теплое лето. Теплые дни. Так, деревья. Здесь много повырубали, конечно. Здесь красиво было раньше вообще. И эти всякие летают. Меня хотят съесть, не надо мне есть. На обед готовила гречку с куриной грудкой. Так вкусно получилось. Как-нибудь засниму рецепт. Смотрите, как птицы поют. Как же хорошо летом. Как я хочу, чтобы лето никогда не кончалось. Смотрите. Еще там кто-то идет. Загорать я буду в шортиках. Не хочу раздеваться. Вау, сколько воды! Чё так, столько воды? Так вообще же этого нету, получается, пляжа. Это одна вода. Ужас! Гляньте. А, вон где пляж.
дебилы. А здесь же не пройдешь. Или пройдешь, как вы думаете? Пройдешь или не пройдешь? В чем вопрос? А здесь еще ничего. О, я прямо. Фу, пахнет рыбой. Фу-фу-ка. Я, наверное, вот здесь расположусь и вот здесь буду загорать. Как вы думаете, ничего местечко? Водичку хотелось бы, конечно, потрогать. Как там, тепленько или холодненько? Я начала снимать видео, и у меня... Ой, такой тупачной воды я в жизни не видела. А, нет, это холодрыга. Здесь только ноги окунуть, позагорать. Ничего больше. Холодно. Все, располагаемся. У меня с собой кэт, в котором полотенце и больше ничего. Не получается тут нормально загорать. С одной стороны какие-то противные мухи, с другой стороны еще какие-то противные мухи. Я вообще люблю одиночество. Ну, имеется в виду не одиночество в прямом смысле, а этого слова. О, у меня пакет чуть не улетел. Жесть. Надо его ловить. А просто имею в виду то, что... То, что хорошо, когда загораешь и нету каких-то чужих людей, что ли. И песка здесь вообще нет. Ну и ладно. Домой придем, полотенчик помоем. Дети пошли купаться. Там вот купаются. Как им вообще не холодно? Вода-то вообще холодная. Еще маленьким детям такую воду. Вообще холодная вода, если честно. Не прогрета ни на капельке. Я бы на нем покаталась сейчас. Фу. Не дают мне загорать здесь. Короче, придется походу уходить. Такой большой. Сейчас волны пойдут.